Проверить не надо. Как-то у нас складно получается. А теперь слова, которые все забывают. Подал припасы. 3-9. Кто? Мы. Вы говорите с хлопком, вы произносите слова. Эй, ты! Им. Им. Ну, руки будут заняты. Поэтому просто, да, с посылом. 9-3. Ваши слова, Ваня, все вместе. Эй, потом, что? Когда хлопки, да? Да, с хлопком слова. Запоминайте слова, я их учу уже года два. Так, 5-7. Ваши слова. Эй. Кто? И 7-5. Эй, я. Да. Эй, я. У вас два слова. Два слова и блок из двух. 7, у вас 7-5. 5-7. 5. Вы поняли? Да. Эй, кто? Да. Эй, кто? Да. А, на каждый ход, я поняла. Раз, два, три. Эй! Свои фигуры свои все помнят? Да. Кто три, девять, три слова все помнят? Да. Ага. Два, сейчас скажу, две четверки вступительные. Нулей, 8 нулей. 2, 3, 4. Раз, два, три, семь. Эй! 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 Стоп. При этом желательно, чтобы пульсация у всех па-па-па-па-па-па была одна и та же. Потому что иначе у нас взаимодействие не получится. Еще раз. Без слов. Две четверки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично, поняли примерно? Поняли, а теперь со словами. Надо было бы. Теперь со словами, внимание. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, кэм. Стоп, гениально. Теперь найдите партнера глазами найдите, которым вы будете это «Эй, ты!» будете кричать. Что, «Эй, ты! Что? Я!» Это не совсем то, что нам надо. У актеров это называется взаимодействием с партнером. Да, то есть все, что делает актер на сцене, он делает для того, чтобы воздействовать на партнера. Подумайте, что вашему партнеру выбранному, что вам от него надо. Денег занял, не отдает, не знаю. Там. И так далее. Поехали. Думаете, выучили и все? Артистичнее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вдох. Эй! Кто? Я! Что? Эй! Ты! Кто? Я! Что? Эй!
Получилось.